Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Си Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джанна Самайуктам Винда Ганам Манохарам Ванча калпатару ашчаки пасинды бевача Патитананг павани бхавишна вибхьо намо намаха Муканг кароти вача ланг пангунг ланг хайти гирим Ятки патам ханг банди парамананда мадвам Бендави тусиде бхай пиявай кешвасвача Кришна Бхакти Паде Деви Сатва Баттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нараттамам Девинг Сарасватинг Вясам Тато Джайо Мудира Санкиртане Кришна Катопадеше Гаурия Патрасья Пракасане Чаха Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагод Варуна Дхайям Сада Парибхабхагнам Авиштадохам Тетас Падам Сева Виринчанатам Сараньям Витатихам Панатапалла Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качанда Маничатая Бисфуриджи Токимапигабавадушва Дарши Пурунану Рагара Сасагара Сарамурти Сарадхикама и Када Кипам Каруши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Аджануламбита бхужау канака бодхату Шанкиртанайка питару камала хитакшо Вишамбару, Виджавару, Джугадхару, Мупалу, Банде Джагат Приякару, Каруна Бхатару, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам. Раму Раму Харе Харе Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Бхуктинча Муктинча Дадасиниттам Бхавану Рупена Сада Нарана Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вивиши Тавам Бхагам Нараяно Прияманангу Мада Пахарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджасва Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаси
Yasyaste hidaye sambhihi tvam nishinga maham bhaje. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarbhaguna istatro samasati sura. Haro abhakta shakuto mahadguna manorathena sato dhavato vai. Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarbhaguna istatro samasati sura. Haru abhaktasya kuto mahadguna manorathena asato dhavato vai. Gaudiya Goshthipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru told, nothing in this material world, nothing in this material world. Гауди Гоштхипати, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада сказал, что ничего в этом мире не может привлечь Гуру Вайшнавов. Гуру Вайшнавы не чувствуют никакого влечения ни к чему мирскому. Для них это невозможно. Never feeling any attraction for worldly things. Гауди Гоштхипати Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада сказал, что Гуру Вайшнавы никогда не чувствуют влечения ни к чему мирскому. Поскольку они обретают амриту, нектар, и после обретения амриты, кто может, люди уже не стремятся к каким-то скверным испражнениям. Тот, кто обрел вкус нектара, вкус амриты, он уже не стремится к каким-то скверным вещам. Амрита значит бхакти. Мои бхакти хи бхутанам амрита тая калпате. Бхакти из амрита. Бхакти это амрита. That's why и поэтому эти чистые гуру Вайшнавы, они не чувствуют никакого влечения к материальным вещам. Какое, что значит влечение? Любое влечение. Оно возникает из-за влияния майя. Лабха, пуджа, пратишта, камени, канчана, стремление к славе, к противоположному полу, к богатству, это все влияние майи. Люди понимают значимость обычных материальных вещей. People understand the utility. И вот люди понимают практичность денег, противоположного пола, какой-то славы, но они не имеют никакого представления о пользе бхакти. Или если они думают, что они что-то знают, но это несовершенно. Anything, if I am failing, если very important, мы чувствуем anything, very important, важность чего-либо, мы стремимся к этому и прилагаем наши усилия, но чтобы обрести бхакти, мы не можем обрести бхакти, поскольку не понимаем важности бхакти. Люди всегда заняты подсчетом прибыли и убытков. Но кто может посвятить жизнь Гуру Вайшнаву и Бхагавану, что они думают, что они получат?
И таким образом они не могут ничего обрести. Много раз мы уже говорили, что бхакти, она находится на нейтральном уровне, на нейтральной платформе. Бхакти находится на нейтральном уровне. Бхакти, она никогда не подвержена чему-то влиянию. Я говорил так много вещей. Кто-то думает, что Махарадж из-за сукрити мы можем обрести бхакти. Если бхакти обреталась бы только из-за сукрити, то тогда, несомненно, бхакти не было бы нейтрально. Как, а как бхакти нейтрально? Бхакти, если бхакти бы смотрела на то, если сукрити у кого-то или нет, то бхакти не было бы нейтрально. И вот в соответствии с нашим... Maybe due to some sukriti, somebody can get bhakti. In that case, you are going to prove. Если кто-то думает, что из-за какого-то сукрити люди обретают бхакти, это признак того, что люди не понимают, что такое бхакти. Any good activity, pious activity. Любые благочестивые действия. Any pious activities can. Они могут дать нам бхакти. If bhakti going to depend upon some pious activity, если бхакти бы зависело от каких-то благочестивых действий, то это бы доказывало, что бхакти не беспристрастна. Но часто говорится, что бхакти, но беспристрастна. Я говорил так много вещей, но все же я не остался довольным. И главное в том, что в Гите Бхагаван уже сказал, мы забыли. И в этом главная проблема, то, что мы забываем все. Помнить все это бхакти. А забывать это не бхакти. To remember everything is bhakti, related to Bhagavan. And to forget. А если мы не помним, забываем все, что связано с Бхагаваном, это нельзя сказать, что у нас бхакти есть. И вот в Гите Бхагаван говорит, все души, они находятся под влиянием Майи. Они очарованы Майей. Они не знают, что Бхагаван не заинтересован в сукрити или душкрити, ни в каких благочестивых или дурных действиях. Есть разные виды сукрити. Один из видов сукрити мы можем обрести. Это бхактин-мукхи сукрити. Если мы неосознанно делаем что-то для чистой Гуру Вайшнавов, намадамы, то это может дать сукрити. Но это бхактин-мукхи сукрити. Это может дать, это может помочь нам обрести бхакти в будущем. Это бхакти мукхи сукрити. Зовется другое сукрити. Это бхаван мукхи сукрити. И вот день за днем мы можем увеличивать бхакти мукхи сукрити. Значит, all the time you will have to watch your movement. You will have to look inside your mind. What you want? What you want?
Вот это Папуджи Махарадж вернется его. И вот мы всегда должны смотреть за собой, наблюдать за своими желаниями, что мы хотим, к чему стремимся, должны контролировать свой беспокойный ум. И поэтому Горкишор Дас Бабаджи Махарадж говорит утром, мы должны бить себя по лицу тапками, чтобы отругать наш беспокойный ум. Это наставление Горкишор Дас Бабаджи Махараджа. И таким образом мы знаем, Сукритина не может помочь нам обрести бхакти. Если бы оно могло, то бхакти зависело бы от Сукрити. My donation, this, that, can buy bhakti. It's a big problem. But donation relating to Guru Vaishnav, pure Guru Vaishnav, without any interest, if somebody going to, no, have no idea, not taken shelter of Gurudev, Vaishnav, nothing, but still, are going to give something to pure Guru Vishnu. It can give some Bhakti Mukhi Sukriti without background, no, don't know why, what will happen if I give. This way, actually, Bhakti no, is always neutral. И вот бхакти, оно всегда нейтрально. И все же я так много вещей говорил об этом. Но все же кто-то выражает сомнение. First point is that. И вот первое в то, что. It is my question to you. Мой вопрос вам. Can you find any reason? Можете ли вы найти какую-то причину Вишну? Can you find any reason of Vishnu or Krishna? Или Кришна? It is my question to you. И вот это мой вопрос вам. Can you find any reason? Есть ли какая-то причина Кришны или Вишну? Почему ее нет? Поскольку это невозможно. Ишварах, вот и шлоки говорится, Ишварах Парама Кришна. Каждая причина, у нее есть причины и последствия. Вишну и Кришна без причины. Если мы не можем найти никакой причины, ахайтуки, или хайтуки, если мы не можем найти никакой причины Вишну или Кришны, то как мы можем найти причину бхакти? Поскольку бхакти – это сварупшакти. И вот эти сварупшакти бхакти не отличны от Кришны. И так или иначе, если мы, куда бы мы ни шли, если мы не можем найти причину Вишну, Кришны, то причину бхакти, тем более как найти. И все же я говорил, да, нет причины бхакти, но все же я могу сказать с полной уверенностью, то, что все, что связано с Вишну и Вайшнавами, дама, нама, парикара, их спутники и все, что связано с ними, если я могу развить какое-то позитивное настроение, склонность служения им, если я скажу, почему вы совершаете бхакти,
почему вы выражаете, почему у вас есть склонность к служению. Но это должно быть, поскольку дживатма, она вечная, вечное сердце Бхагавана. Что в Бхагаване, то и внутри дживы. Дживо Сварупахоя Кришна Нитьядас. И вот это естественно, то, что обусловленная душа. Она может совершать бхакти Бхагавану, без этого нет никакой альтернативы. С нашими руками, ногами, глазами, ушами, языком. Все кому служит. Служит той атме сверхдуше. У нас нет никаких представлений об этом, неосознанно. Осознанно или неосознанно. Все и каждый, они слушают души, сверхдуши, а не только какие-то приватные представления получают о чем-то, если кто-то любит кого-то, чьё-то настроение, чьё-то природу, все, что связано с душой. И если мы любим кого-то, главная причина, потому что душа пребывает в этом человеке. Мать любит ребенка, поскольку душа в нем есть. Сын любит мать, поскольку душа присутствует в матери. Отец любит своего сына по той же причине. They're going to love this building or huge amount of property. Why? Because Atma is there. If Atma is not there, люди любят свою собственность, свое богатство, свои здания, потому что душа в какой-то степени пребывает во всем этом. А если души бы не было, душа уйдет из всего этого, то что толку от всего этого? Who can enjoy? Actually, Atma enjoys. А на самом деле душа наслаждается, и поэтому в Упанишадах говорится, вот такие слова говорятся. Мы любим других только в связи с душой. Когда душа оставляет наше тело или тело наших любимых, то все наши чувства моментально испаряются. Как если душа уйдет с тела ребенка, мать может горевать какое-то время, но потом она никакой привязанности не будет испытывать. Это тело этого умершего ребенка сожгут. И поэтому в Упанишадах говорится, что мы думаем о Бхагаване, делаем то и это все в связи с душой. Если не было бы души, то что толку? Если я дам вам огромное количество богатства, все, что вы хотите, любые драгоценности. But I like to banish you to Ireland. Try to realize my point. I like to banish you in Ireland. Но если вот такой человек, которому дать любое богатство и закрыть, поместить какое-то безлюдное
остров, где он будет один наедине со своими сокровищами, драгоценностями, бриллиантами, то что толку от этого? Ему вскоре это очень надоест. Но мы не сможем наслаждаться, поскольку души в этом нет. И такой же вопрос наш Арджуна спросил у Бхагавана Шри Кришны. Are property, money, or building, you know, kingdom? For why we need? Because we have. Зачем нам все на это богатство у нас? That's why you need. If no body, I'm alone. If Bhagavan is alone, no devotee, nothing. Если Бхагаван был один без преданных, то как бы он жил? Бхагавану надоело вскоре бы все. И поэтому Бхагава-таттва, она включает в себя Бхагавана, преданных, его даму, его спутников, его все разнообразие, великолепие и все прочее, что связано с ним. Бхагаван, он не один. Бхагаван без преданных, он не может жить. И поэтому мы должны помнить и думать о том, что в тот день, когда мы осознаем, что Бхагаван, Шрила Прабхупада, Бхактивинода Тхакур, Гуру Вайшнава, не хотят дать нам такое сокровище, которое имеет настоящее сокровище они хотят нам дать, и сейчас мы стремимся за каким-то миражом. И вот, если человеку дать любые сокровища и изолировать на каком-то необитаемом острове, то он не будет чувствовать никакой радости. И также, когда Джанмеджай сказал, Баджанабха сказал Джаявиджай, когда в итоге Парикшит Махарадж хотел, после того, как Кришна ушел из этого мира, все испытывало такую пустоту, все испытывали такую пустоту, и Баджанабха, он был назначен царем Матхуры. И вот Ваджарнабха плакал. Что я могу сделать? Я один. Ради кого я могу жить? Какова польза от этого царства? Что толку? Одни поля и деревья вокруг. Все Враджаваси ушли из Кришны. И такой же случай с Рамачандрой. Когда Рамачандра ушел из этого мира, то все Йодхи-пури она упустила. Баджанабха говорит, что толку, ты сделал меня царем этого царства. Но что я буду делать с этим царством? Никого нет. Правитель. Какова обязанность правителя? И тогда опять Парикшит Махарадж решил. И вот он собрал всех браманов, вайшнавов. He wanted to arrange their rehabilitation in Vrindavan. И вот они хотели их переместить их, переехать их во Вриндаван, чтобы они переехали. Дали какую-то землю, какие-то там удобства. И вот эти все новые люди приехали в Матхуру, чтобы жить там. This way,
И таким образом они не, не настоящие браджаваси, они живут во Врадже. Но нельзя сказать, что они настоящие браджаваси. Браджаваси, значит, те, кто изначальные браджаваси, кто были с Кришной, а потом эти пришли, появились. Хираваси зовутся, они не браджаваси. Или Хеваси, ну, пришли, в общем. И если мы не можем найти причину Вишну, причину Кришны, то, несомненно, то мы не можем найти причину Бхакти. Бхакти — это Сварупа Шакти. Если нет причины Кришны, то нет причины Бхакти Деви. Но все же я хочу, поскольку вы не можете достичь того уровня, ваше чувство не может достичь, и поэтому я объяснял так. И вот если кто-то выражает какое-то позитивное настроение к Кришна Баджану, это естественно, хотя не все чувствуют вдохновение для Кришна Баджана. Если кто-то выражает какое-то позитивное настроение, то в этом случае мы можем связать это. И вот очень смысл в том, что Бхакти не может, Бхагаван не может дать нам Бхакти непосредственно. Мы не можем ожидать, что Бхакти снисходит с небес. От самого Бхагавана нет. Бхакти, оно всегда приходит через преданных. И поэтому со всех углов, со всех точек зрения вопросы различные могут возникать. Мадхва Мадхикари, например, у него есть способность суждения, он может разделять хорошее и плохое и все остальное. И вот если Мадхва Мадхикари видит, что у кого-то позитивное настроение, и в этом случае, если Мадхва Мадхикари дарует милость такому человеку, что плохого в этом? Мадхва Мадхикари, он не дает бхакти всем. Мадхва Мадхикари, у него есть свое суждение, поскольку Мадхва Мадхикари, его определение, я уже сказал. И вот мы можем иметь отношения с Ишваром, такие прекрасные любовные отношения с Ишваром, Верховным Господом. У нас может быть такое чувство любви к Бхагавану, дружба с чистыми преданными и с другими преданными. Мы должны служить им, поскольку служением, благодаря служению чистым Гуру Вайшнавам, Бхагаван будет доволен нами, много раз Бхагаван говорил. Что мы должны иметь дружбу с чистыми преданными, и Балиш, те, кто невежественные люди, невинны. Если мне что-то делать неправильно, но не специально, а из-за невежества. И те, кто ненавидят чистых Гуру Вайшнавов, их нужно избегать. И вот Мадхва Мадхикари, они по-разному ведут себя с различными категориями вот этих вышеперечисленных людей, но Парамхамса Вайшнавы, они не видят разницы, не видят ничего плохого. И поэтому Парамхамса, он не может дать нам какое-то учение. Иногда может что-то сказать, как Гуру Кешода с Бабаджи Махарадж, но обычно такое невозможно для них. Они специально снисходят на уровень Мадхва Мадхикари, чтобы проповедовать. И таким образом, если нет никакой причины Вишну, Кришне, и нет никакой причины бхакти, также
И вот бхакти, мы можем сказать, Шрила Прабхупад много раз говорил, что бхакти — это естественная функция нашей души. И мы можем признать, что бхакти — это естественная функция души, и дживатма должна, по идее, служить, если мы... Почему? Какова причина всему этому? Нет, нет причины. Вишну, Бхагаван Шри Кришна, Вишну, нет причины, и в бхакти нет причины, поэтому Шрила Прабхупад провозгласил, что бхакти — это естественная функция души. Нет никакой причины за этим. Все дживы, они снисходят с Бхагавана, из Бхагавана. У Бхагавана, у джив нет какого-то отдельного существования. Все они мои части. Все дживы, они части энергии Бхагавана. Но это не значит, что мы думаем, что можно разделить Бхагавана на части. Нет, это не так. Если кто-то думает, что Бхагаван говорит так, и мамайва амшу значит часть, и часть Бхагавана, что значит часть Бхагавана? Часть Бхагавана значит неотличная от Бхагавана, поскольку любое Пурнавасту, если мы разделим это Пурнавасту, то Пурнавасту и останется Пурной целым, то есть целое. Если в трансцендентном мире от целого отнять что-то целое, то целое будет и целое останется в остатке. Также от трансцендентного, даже от пылинки в трансцендентном мире, если от нее что-то отнять, то оно все равно будет целое, и трансцендентные чувства Бхагавана, они могут выполнять функции других органов чувств. Любые органы чувств могут выполнять функции других. Бхагаван, он руками может есть, руками смотреть, руками ходить и все остальное. Вот в этой шлоке говорится. Govinda Mahadi Purusham Tamam. Any sense organ can do function. Not like you and me. Only we can see by eyes. Бхагаван, он не такой, как мы, которые могут только видеть глазами и ничего больше не могут делать. Нет, он может делать все. И таким образом мы должны осознать, понять эту философию. After Harikatha, you will have to stay, sit in the room alone, looking at the Yogopit Samadhyam thing. После Харикатхи мы должны размышлять над услышанным. Not that only here, over philosophy, not that. Those pure devotees. И вот те чистые преданные, как Рагунандана Ачарья, как Вамшивадас Бабаджи Махарадж, какие великие преданные они, какое благо мы можем обрести от них. Если мы осознаем это, то мы не сможем, то мы всегда будем говорить о славе Гуру Вайшнавов, поскольку это единственный путь. Если мы сможем прославить Гуру Вайшнавов, то тогда, несомненно, мы сможем избавиться от влияния Майи.
Если мы прославим Гуру Вайшнавов, то тогда мы сможем обрести свободу от майи. It's a must. So, if somebody going to take trouble to read Veda, Vedanta, если кто-то будет изучать Веду, Веданту, то в Бхагаватам говорится, I can take trouble to serve pure Guru, что гораздо лучше служить чистым Гуру Вайшнавам. Нам не нужно изучать Веду, Веданту, поскольку служить Гуру Вайшнавам проще. But if I serve pure Guru Vishnu, guarantee I can get. So much energy we are giving. И вот так много энергии мы посвящаем каким-то материальным вещам. Таттат гунану саванам мукунда падара бинда хидеши джейшам. It is written in Bhagavatam. И вот в Бхагаватам говорится, even after giving so much energy for learning Veda, Vedanta, Sastra, people can say he is a great Pandit. Okay. Кто-то может изучать Веданту Шастра. Нанджосас. Сутаса пунсам сучирасамас. Нанджоса сури бирзатта. Таттат гунану саванам мукунда. Падар винда хидеши джейшам. Those pure devotees, they are going to confine the lotus feet of Bhagavan inside their heart. Но чистые преданные, они держат лотосные стопы Бхагавана в своем сердце. Если мы сможем прославить таких вайшнавов, то тогда мы, несомненно, обретем благо. Бхакти — это естественная функция нашей души, мы знаем, но все же мы должны ждать милости чисто Гуру Вайшнава. И вот Вамшивадас Бабаджи Махарадж. Бхангшидас Бабаджи Махарадж он такой великий Парамахамса. И видя, мы должны видеть признаки Гуру Вайшнавов. Если мы посмотрим, то мы найдем их взгляд буквально пуст. Они не смотрят ни на какие материальные вещи. Их взгляд он пуст, они не смотрят с привязанностью на эти материальные вещи. Их внимание всегда поглощено лотосным стопам Гуру Нитая. Шрила Прабхупада много раз говорил, если все что-то случается, если что-то случается необычное, очень плохое, if this kind of thing going to happen. But Prabhupada used to say, но Шрила Прабхупада говорил, что Вамшивадас Бабаджи Махарадж, он всегда видел недостатки в себе, а не в Гуру Нитая. Кто-то сломал ему Бхаджан Кутир, что-то украл у него. Он не говорил ничего. И Шрила Прабхупада говорил, наш Вамшивадас Бабаджи Махарадж, если что-то случается плохое, какая-то опасность, но все же
Парамахамса Гоукишотдас Бабаджи Махарадж всегда он находил недостатки в себе. И это природа Гуру Вайшнава. И вот были... Вот Бабаджи Махарадж родился в семье рыбаков. Но мы хотим пить воду, омывшую его стопы. И вопрос возникает, может, мы ли мы... Можем ли мы ожидать получить воду омывшую его стопы или нет? Сколько служений мы совершили, чтобы стать достойными этого? И сам Бхагаван пил воду омывшую стопы Судама Випра. В тот день, когда мы осознаем сердце Кришны, вы не можете находиться здесь, вы будете просто плакать. И таким образом Гоукишодас Бабаджи Махарадж, Бамшивадас Бабаджи Махарадж, если мы только помним их с утра, то мы достигнем успеха в нашей жизни. И вот он жил на берегу Ганги. Постоянно какие-то змеи ползали вокруг, он их не прогонял. Змеям тоже нужно где-то жить, он думал, пускай живут. Сколько любви он имел каждой душе. Это настроение Вайшнава. И поэтому они могут проповедовать. Жестокие, завистливые люди, обманщики, они не должны проповедовать. Поскольку из-за их так называемой проповеди ничего хорошего не будет. You can go thousands of Harikatha. You can search in internet. I can put challenge in front of you. Thousands of Harikatha. Maybe any devotee. You can see how they are glorifying Prabhupada and Guru Varga. I mean those who are out of Kauriya Math. Мерила настоящих проповедников из-за того, как они прославляют Шрилу Прабхупаду. И его учение, и его Гаудия Мат. Someday you can get some benefit.
later you can leave bhajan. But don't go against Guru Vaishnava there. Bhakshidas Babaji Maharaj. There is no question of protein and vitamin. Because protein and vitamin all inside the heart. Right from the night time doing bhajan. И вот вам Шивадас Бабаджи Махарадж с самого утра совершал бхаджан внутри своей хижины. Кто-то приносил ему плоды и фрукты. Ну, поскольку двери не было в его, там, в его хижине, то мимо проходящие коровы, быки заходили и съедали все. И Бабаджи Махарадж повторил харинам и не возмущался, говорил: ешьте, ешьте. Один бог дает, другой забирает. Почему Гуру Вишнава не заинтересованы в деньгах и положении в обществе? Они уверены, что когда по-настоящему надо, то Господь пошлет все, что нужно. И вот going to enter the bhajan kutir and enter in half body because bhajan kutir is so small even one ox cannot enter. Bhajan kutir не маленький был, даже корова туда не заходила полностью, только голову сувала и то, что доставала, ела. Eat whatever like. Actually there, actual manner. Somebody giving and somebody taking. Mean all done by Krishna. Но он видел в этом милость Кришны, что кто-то дает, кто-то забирает. Он видел, что Кришна в форме кого-то принес ему фрукты и цветы, а потом тоже Кришна в форме коровы съелся. Flowers and fruits in the trees. Also, the Krishna is the only proprietor. We think it's my garden. Ah, why you are taking? Eh? You are earning money. Suppose you are earning money. But if you calculate, put one statistics, how many jivas they are earning and how many jivas are not earning without any. Кто-то думает, что без денег нельзя жить, но если посмотреть, сколько живых существ живет без всяких денег, все птицы, животные, они счастливо живут, не работая. Они находят что-то и едят, все Кришна посылает. Если посчитать, сколько душ зарабатывают что-то, сколько нет, просто живут на милости Кришны. Мы не можем поверить. В этом главная проблема. В тот день, когда мы поверим, и все проблемы не решатся. У нас есть какое-то ложное эго, какое-то чувство. Думаем, что мы делающие. Вот Гуру Кешодас Бабаджи Махарадж и Вам Шивадас Бабаджи Махарадж, они жили в таких хижинах на берегу Ганги. Иногда весь день совершали киртан. Около полуночи. Точнее, около полудня шли на рынок. Маркетинг with free hand. No money, nothing. It is with marketing. His marketing is very interesting. He going to watch who is going to throw one brinjal useless, who is going to throw one cucumber here,
И вот вам Шрила Бхакти Махарадж ходил на рынок с пустыми руками и собирал то, что, ну, то, что непригодно для продажи. Ну, у него даже одежды не было. Верх на шее, который носят бахирвасу, спрашивали, почему у вас нету бахирваса. Ну, то, что бахирваса, внешняя одежда, я не ношу, поэтому он только в каупине ходил. If we can get this kind of Vaishnava today, what we can do? I'm just sometime I'm crying. By chance, if we can get darshan of that Vaishnava, immediately like dog I can run and catch them. Если сейчас unlucky. Я встречу такого великого Вайшнава, то я побегу, обниму его, но, к сожалению, таких уже нет. И таким образом Бабаджи Махарадж, он так подбирал всякие непригодные для продажи овощи, приходил. Doing amanna, you know? Резал их. Sabji making preparation. 3 o'clock over, when Gaurnita can take, he is singing and making sabji amanna. И вот уже было часа три, пока он нарезал все овощи. Потом пошел Гангу, мыл это все. Coming back and start cooking. When can get? When can get? This way making an offering to Gaurnitai. Sometimes by chance getting some nice brinjal, not spoiled. Then Babaji Maharaj thinking, I can make some brinjal pie, a Gaurnitai can like. So going to make the brinjal into pieces, in brinjal pie, you know. And in the there is one pan, putting some oil. After that, Babaji Maharaj is going to give brinjal piece into oil. И вот если ему попадался какой-то неиспорченный баклажан, он жарил в масле и руками переворачивал без всяких этих ложек. Если мы что-то делаем, мы смотрим, как бы не обжечься, он руками все переворачивал, без всяких ложек. И вот до какого уровня мы должны дойти, мы должны осознать настроение этих чистых гур Вайшнава. Какие-то, иногда какие-то богатые люди приходили, дарили украшения Гурнитаю. Бабаджи Махарадж говорит, somebody give ornament. You like to wear? You like to wear? Then give him this ornament. И вот он спрашивал Гурнитаю, что кто-то вам украшение подарил, хотите надеть? Вот он надевал даже какие-то серебряные и золотые украшения. Но двери не было, их часто воровали. Some thief coming. Какие-то воры приходили, все забирали. Бабаджи Махарадж come back. No ornament there. No ornament there. Asking. Hey, Gaurnitai. И вот он приходил, спрашивал Гаурнитай, кому вы отдали эти украшения? Ornament. Ornament. Whom you have given? Guayna Karedisho in Dakai language. Guayna Karedisho. Tumar jonno to diyeche for you, but why you give this and all? Ornament? Where gone? Repeatedly asking. What Gaurnita is speaking and nobody knows. Yeah? Oh. Then going outside. Going to a house. Climbing the rock and knocking the door. By
И вот гурниты сказали, кому, кто забрал их украшения, он шел к ним домой, стучал, говорил, что он не так, причем вежливо обращался, не материлом, сказал, что ему тут гурниты сказали, что вы забрали их украшения, просят вернуть. Knocking the door and speaking by name. Hey, the name. Gornita like to get back. Ornament. You take? One demon coming out of the room. И вот какой-то демон вышел, который забрал это. Скинул Бабаджи Махараджа. In a rock, Бабаджи Махарадж fall down on ground. And leg become broken. Who is going to take Babaji Maharaj to hospital? Он сломал ногу ему в процессе. Okay, leg broken with this leg coming, by pushing with hand coming back to Bhajan Kutir and speaking to Gornitai. You give ornament to him. И вот он пришел, говорит, Горнитай так хромая, сказал, что ты вот отдал ему украшение, сейчас меня вот побили за тебя. Okay, whatever you have done is okay. Follow. Sometimes Babaji Maharaj usually used to say at the bank of Ganga, not going anywhere, sometime going, because that time it was not a division of Bengal. It is India, total India, Bangladesh. Sometimes Babaji Maharaj, walking, going to Bangladesh, at present Bangladesh. Sometime going to Bardhama. Why going? Why? What reason? Nobody can know. Babaji Maharaj going there. Why going? Nobody knows. What is the reason you are going? I don't know. Going. One day our Guru Varga, Guru Maharaj, and so many devotees, maybe Sridhar Maharaj also there. They meet with Bhaktisiddhar Babaji Maharaj. И вот однажды наши преданные встретились с Вамшивадас Бабаджи Махараджем в деревне и поклонились ему. We have one function there. Пригласили на праздник. We invite you. You will have to go there. You'll have to go there. We invite you. И вот так они пригласили его на праздник, что сказал: да, вот пойду. Yes, I can go. Only speaking. All devotees they are requesting. He is not speaking. I cannot go, because his mental link is totally off. He is staying in Golok Vrindavan. Somebody asking out of habit. Babaji Maharaj, there is big function, many sadhu coming, you must go, you go with her. И вот сказали, что большой праздник, много сады приходят, давайте вы с нами идете. И дети, тот сказал, хорошо, вот сейчас пойду. Но не получилось у него. Поскольку по дороге он увидел дерево баньяна, очень обрадовался, что это Вамшивад. Сел под этим деревом. Когда он встречал баньяновое дерево, по дороге он открывал свою сумку, он начинал орать поклонение этому дереву и видел Вамшидхари, Радхарани, Кришну. Но мы не можем этого видеть, что он делает. И вот он чувствовал огромную радость, видя дерево Вамши, это баньян, и в никуда забывал, что ему куда-то нужно идти. В это природа чистых гуру вайшнавов, их ум, он полностью погружен духовным и отсутствует в этом материальном мире, как удава. Видура спросил множество вещей. Но Удав не мог слышать их. Он уже ушел в уме, он уже, его ум уже ушел в духовный мир. Так много вопросов.
Видура спрашивает, и внезапно, по желанию Видуры Махараджа, постепенно он открыл глаза, как будто он был во сне. Он был на Голокадхаме. Ты пришел. И вот он пытался какой-то поддержать нормальное состояние. И вот таким образом настроение чистой Гуру Вайшнав мы не можем понять. И день за днем мы совершаем оскорбление в адрес лотосных стоп Гуру Вайшнава, как Шрила Бхакти Павана Пури Девгасвами Махарадж, Бхакти Дайтама Девгасвами Махарадж, Шридхар Девгасвами Махарадж. Мы думаем, что они такие же, как мы. Пытайтесь понять настроение Вайшнава, что они имеют в виду, что они хотят сказать. Это не то, как, смотрите, Гауранга Махапрабху хочет выразить почтение Шридхар Госвами Махараджу. Если кто-то оскорбляет, то вот это показывает на ничтожность такого оскорбителя. They have jealousy. You like to take all gosala, everything. Who among you can like to take? You promise me, but you have to take care. I can give you. I like to make free. They think so. This way, Bamshidas Babaji Maharaj. Bamshidas Babaji Maharaj. It is really tip. Очень сложно. To get lesson. From this kind of elevated pure devotees. Получить урок от таких возвышенных преданных, и поэтому Шрила Прабхупада он обычно говорил, если кто-то спрашивал позволение получить даршан вам Шивада с Бабаджи Махараджи, тот не позволял, что мы можем превратно понять его, что они делают. И вот чистые Гуру Вайшнавы, мы можем любить их всем сердцем. Но если мы видим, увидим что-то, что не можем сгармонизировать со своим пониманием, то можем сделать вывод, что они не цивилизованно, живут какой-то дикой жизни, ходят в одной клопине без всякой одежды. У Вайшнава должен быть какой-то этикет. Иногда он делал вид, что курит, но не курил, а просто делал вид, чтобы одурачить обычных людей, чтобы они не беспокоили его. То есть внешне выглядело очень странно. There is no tobacco. It's false. Follow. Guru Vaishnav can cheat you anytime. If they like to get rid of you, to avoid pratishtha, they can do anything. So clever they are. Follow. И вот Бхактивинода Бабаджи Махарадж, чтобы избежать беспокойства от обычных, чтобы никто не думал, что он святой, и не беспокоили всяческими просьбами, он собирал кости рыбы, складывал вокруг своего баженку тира, чтобы люди думали, что он какой-то обманщик. И вот во Вриндаван Даме я долгое время находился, и все же, я вспоминаю те места, я не могу забыть это.
I can remember all Surya Kunda, this, that. That is my prophet. One Babaji Maharaj. И вот один Бабаджи Махарадж, наш, он был известен как Сидда Баба. И проблема была то, что все близлежащие деревни к нему приходили с просьбой, что у кого-то сын заболел, нужно благословить, а кого-то дочь замуж не выдается, надо тоже благословить. То с такими просьбами множество людей приходило, тут удивлялся, что случилось. Ему хренам некогда повторять все со своими проблемами, в очередь выстроились. Требует чего-то, у кого там кто-то умирает, и надо благословить срочно, у кого-то еще что-то. Вот тут думал, что же делать, куда же спрятаться от всех. И вот он решил. И хитрость сделать. Он позвал одного подметальщика и говорит, у тебя есть молодая дочь, я тебе могу платить. И что делать? Что делать надо? Ничего делать не надо. Поставь стул и вот посади свою дочь, пускай она сидит перед моим баджан-кутиром. И что? Ну все. Посади, буду тебе платить каждый день. Ну тут подумал, ничего плохого. И вот эта молодая девушка сидела перед баджан-кутиром, люди приходили, думали, что это его служанка. А хотя этот Бабаджи Махарадж никогда ни на кого не смотрел с вожделением. И таким образом, ну, люди думали, что он как бы не настоящий святой, и уходили. Таким образом, Бабаджи Махарадж появилось больше времени для повторения харинама, а не... То есть он избавился от этой необходимости благословлять всех пришедших. И таким образом вот он обманул людей. Но имеется в виду то, что... То, что перестали приходить к нему в этом смысле. И вот в шастрах говорится... что обманывать обманщиков, в этом нет ничего плохого. И таким образом, когда Гуру Вайшнавы находят, что мы пассивны, не отвечаем на харикатху, не слушаем харикатху, не следуем ею, то они уходят с этого мира, уходят с этого общества, являют лилу болезнью. Бхагаван Шри Кришна не может отплатить Гуру Кешода с Бабаджи Махараджа. Бхагаван Шри Кришна Чайтанья Махапрабху не может отплатить вам Шивада с Бабаджи Махараджа. Бхагаван Шри Кришна не может отплатить Бхактивинода Тхакуру Шили Прабхупаде. Шидарда Госвами Махараджа. Today is also a very nice day, tithi of Raghunandana Acharya. И сегодня день ухода Рагунандана Ачарьи. Raghunandana Acharya, a name written in golden type inside the heart of. Это его имя написано золотыми буквами в сердце Гуранги Махапрабху Рагунандан. His name is Raghunandan. I would like to go back to some past history so that you can realize something. Mukunda, Madhav and Narahari. Those who are really doing a bhajan of Chaitanya Mahaprabhu, Gaudiya bhajan,
те, кто по-настоящему совершает баджан Гауранги Махапрабху, никто из них не может сказать, что он не знает о Рагунандане. Все и каждый. Мукунда Мадхав и Нарахари Саркар Такур. Нарахари Саркар Такур, он Мадхумати Прабху. Когда Гауранга Махапрабху хотел обрести Мадху, Нарахари Прабху, он пошел в какой-то водоем, ну где-то нашел мед. И даже сейчас, если мы удачливы, то можем. Пойдем к самому водоему и попробовать воду с этого водоема. Она на вкус подобна меду. Вот однажды меня отвезли туда, в то место. Я не хотел, но меня взяли, отвезли. И вот там, это где-то в Катве, с правой стороны, если пойти туда, там место является принятие саньясы Шри Чайтанья Махапрабху. Это справа, а слева где-то пару километров. Шриканда. И даже сейчас мы можем найти там дом Шринивасачарьи. Чуть дальше, если там Нарахари Саркарапат. Нарахари Саркар, you don't know? Always in Kirtan you are speaking, Arati. Narahari Adi Kori Chamorodola, foolish number one. Don't know? Foolish. There, Narahari Adiguri always chamar, you know, as we. That's Seva, Madhumati Prabhu. And is Mukunda. Mukunda was a doctor, you know, Ayurvedic doctor. Mukunda was a doctor, very nice doctor. Там был Мукунда, он был аюрведический доктор, он лечил всех желающих. И этим поддерживал свою жизнь. И Мадхав Дас там был, он всегда воспевал славу Гауранги Махапрабху. Нарахари Саркар Прабху, его сева была подобна севе Гопи. Я говорил о Мадхумати Сакхи, его сева была такая, что Бхагаван Шри Кришна не мог избежать его. Он был очень заинтересован в нем, думал, когда он будет служить мне. Narahari Adikuri Chamarurulai, you know, Vale Gora Gadadhari Aroti Nehari Nadiya Purabho Bhave Jao Bolihari. You are singing? Not singing. Singing is derogatory, so I should not sing. Oh, who can? Need to put some energy. Say, where from I can get time? I can find my time to die, but still I cannot get time to sing kirtan. Follow? This is my condition. So one day, и вот однажды, our Mukunda, Mukunda, Mukunda went to. Он отправился в Пури. Everybody going to Puri.
И вот он отправился, чтобы встретиться с Махапрабху, и однажды Махапрабху, шутя, сказал: «О, Мукунда, я вот думаю, ты отец Рагунандана, или Рагунандан твой, кому отец, а кто сын, ты Рагунандан или Рагунандан тебе? Проясни, пожалуйста». Махапрабху, он был полон любви. Гауранга Махапрабху Нитьянанда. Это не вопрос какой-то философии. Then Mukunda speaking, Prabhu, it is my Mukunda говорит: о Прабху, мой Сиддханта в том, что Рагунандан мой отец, я его сын. И Махапрабху засмеялся: да, ты прав. Почему? Поскольку мы все обретаем бхакти от этого маленького Рагунандана. Если я обрету бхакти от вас, то вы мой гуру. Вот в соответствии с этой шлокой. Если я обрету бхакти от вас, то, несомненно, вы мой гуру. И такого сиддханта. И вот Махапрабху был очень счастлив. Этот Рагунандан с самого детства. Мы так много узнали от него. От него. Да, действительно. Однажды я был занят одним служением. Я отправился на рынок, чтобы что-то купить, но кто будет предлагать подношение Бхагавану. И я дал ему задание: о, Рагунандан, можешь ли ты вместо меня предложить подношение Бхагавану? Да, запросто. Кого-то накормить вроде просто. И вот Рагунандан тоже так думал: отец, знаю, просто угостить Господа вот подношениями. Вот когда мать закончила готовить. И вот Бхагаван Гопал был вот в этом вихалтаре, и вот мать пошла другими делами заниматься. Этот мальчик взял он пришел к Гопалу, говорит: ешь, я пойду, отойду. Вот он видел, как отец делает, ставит просад перед Бхагаваном, закрывает дверь и уходит. Тот сказал: если что-то еще хочешь, еще принесу. Вот он пошел, закрыл дверь. Через полчаса совершал киртан, но вот через полчаса открыл: как ты еще не поел, ничего не съедено. Отец побьет меня. В чем проблема? Почему ты не поел? И вот он ждал опять, спрашивал, что же не ест, разозлился, взял палку, сказал: вот если не съешь, то меня отец побьет, а я тебя побью. You can take or not take, I say. Then take one stick, I'm going to beat Bhagavan. Bhagavan appeared. И Бхагаван явился, начал есть, что делать? All taken. Все съел. All taken, no guard?
Then after that everything over. After that, mother speaking, where is prasadam? You can bring out. И вот отец пришел, спросил, где просад, выноси, как Гопал все съел. Вот он принес тарелку пустую. Мама, точнее, спросила. Потом ждали отца, когда придет. Как так случилось? И вот отец пришел, спросил, где просад. Ну, вот я предложил Бхагавану, ты попросил меня предложить, я предложил, он все съел. И отец сомневался, как это возможно. Дай мне проверить. И вот он. Принес какие-то ладу, сладости, на чистом ги приготовленные. И вот отец сказал, хорошо, вот, если Кришна Чапати дал рис, съел, то почему бы тебе еще сладости ему не предложить, и не предлагай, хорошо. И вот он взял эти ладу в тарелке. И вот Гопал не ел. Отец смотрел аккуратно, и что происходит будет. И вот когда Гопал не ел, этот Рагунадан разгневался, говорит, так, то есть, что ты с утра тут ел, а сейчас почему не ешь? Тут отец думает, что я обманщик. Давай ешь. И взял палку. И Гопал явился и начал есть ладу. И тем временем отец хотел открыть дверь, чтобы увидеть Гопала. И Гопал опять превратился в статую буквально. Пол ладу осталось у него недоеденное в руке. И сейчас можно найти то божество с половиной недоеденного ладу. Отец был очень крайне удивлен. Что случилось? Столько преданности у моего сына, столько любви. Что сам Гопал начал есть просад с его рук, а мы предлагали, ничего не ел. И с тех пор они начали думать, что этот маленький пятилетний Рагунандан их гуру. Там долгая история, хочу сократить, поскольку времени мало, и так много вещей связано с Рагунандана Ачарьей. Когда он отправился в Пури, множество лил там. И Рагунандан Ачарья отправился в Кетури. Рагунандан Ачарья, он великая личность. Его сын был Канай Таку, и сын Рагунандана Ачарьи Канай Таку, он вечный спутник Гуранги Махапрабху. И любое количество обсуждений о тех чистых преданных, его недостаточно. Мы можем думать только о том, как это возможно. Для чистых вайшнавов Бхагаван, как он ответил им, но не ответил нам, какова причина. Тот же самый Бхагаван. Тот самый Бхагаван, он говорит с преданными, но не говорит с нами. И был один шалаграм. Пундарик Виддянитхи, он поклонялся этому шалаграму, не здесь, в Шрихатте, но в северной части Индии, откуда Джагнат Мишра, Шачадеви и все родились там. Нилама Чакравати, все великие преданные. И вот этот шалаграм мы не можем поверить. Каждый день он
какое-то золото производил. После поклонения своего, в общем, после поклонения его закрывали, а утром открывали, какое-то золото всегда обнаруживалось. И я говорил Харикатху в том месте, то там тоже шалограм был, но уже не отвечал, золото не производил. Бхагаван может дать вам ответ, если мы можем достичь того уровня высочайшего сознания. Четанвасту может делиться чувством с нами, если мы в полном сознании. Мы не можем обмениваться мыслями, словами, чувствами с этой стеной. Но Махапрабху, когда спрашивает что-то, мы отвечаем Харидас такого, кто Харидас такого, например, кто все думают, что здесь ты хорошо себя чувствуешь в этом, в этой пещере, а мы не можем тут быть, тут какая-то ядовитая змея, и вот такого мы не можем приходить к вам на даршан, тут это змеи, отвратительный запах, и мешает нам это все. И когда... Харидас такого не чувствовал никаких беспокойств. И вот если а потом змея вышла и сказала, что если кто-то будет тут жить, какая-то великая личность, пускай живет, я не буду беспокоить его. Точнее, Харидас такого сказал, что змея, что если хотите, хочешь жить в этой пещере, то живи, а если хочешь, чтобы я тут жил, то тебе нужно уйти, поскольку все, кто приходит ко мне, они не могут дышать тут из-за твоего ядовитого испарения. И вот, и потом с утра Харидас такого повторил Харинаму, увидел, что змея большая выползает из пещеры, и она куда-то выползла навсегда и не вернулась. И вот почему просьба чистой Гуру Вайшнавов Бхагаван всегда слышит. А почему наши просьбы, молитвы не доходят до Бхагавана? Почему? Какова причина? И в тот день я говорил, Джива Госвами Пад пишет, что наши молитвы могут достичь Кришны, но через Гуру и Вайшнав, не прямо. Вайшнава Ведуна Кришна Дай Мой, Ихвина Памара Прати Хобина Садой. С самого сердца. Сегодня мы просим, пожалуйста, благослови нас. Мы хотим какого-то позитивного настроения, и таким образом мы можем обрести вашу милость. Мы можем достичь того уровня. Вы Вайшнав Такур, вы настолько милостивы. Я думаю, не должно быть никакого никаких плохих чувств в вашем сердце. Я все же молюсь вам о милости. Пожалуйста, даруйте мне милость. Acharya ji Maharaj ki jai. Follow, mare se. Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarva gunai stotra samasate sura haru abhakta shakuto mahadguna manorathena sato dhavato vahi vancha kalpadurusya ke pasindu vayacha patitanam pavanam bhavishnabhyo namo. Try to deep meditation, go.
После харикатхи мы должны размышлять над ее смыслом, снова и снова думать, чтобы обрести силу. Going to take bath, going to do habit. They don't like to do anything.